Всем привет! Канал Ирина Цветики. Вот, наконец-то я добралась до цветочного рынка. Такая красотулечка. Скажу честно, магазины стоят такие пустые. Ну, цветы есть, конечно, горшечные растения есть, другие. Но орхидеек маловато. Завозок, так я думаю, нету. Ну, и как бы люди празднуют, смысл. Каникулы многих организаций. Вот лампа прямо над цветочком. Ну вот поэтому пусто. Ну, заехала посмотреть. Я приезжала за цветочками. Девочки, которые живут недалеко, заказали. Было тепло. Ну, почему не поехать? Поехала. Вот. Лас-Вегас такой хорошенький. Смотрите, впервые. Нет, второй раз. Я вижу, что здесь два растения в одном горшочке. Вот, ну, писали, что они всегда приходят. Ну, вот у нас нет, у нас как-то не было. Один был такой, видела я, с двумя, и вот второй. Вот тут цыночка здесь, посмотрите, очень красивая. Такая интересная, белая губа, у нее чисто белая губа, там чуть-чуть желтеньким. Ну и корневая отличная. Я его взяла, скажу вам честно. Ну, может, кому-то понравится, может, мне останется. Может, кто-то из моих знакомых купит. Мне просили привозить. Ну вот у этого цветочка, вы видите, да, корни абсолютно черные. Поэтому. А вот этот вот хорошенький тоже. Что ж это у нас за растение? Немножко листья потрепаны. А, ну вот опять такая же красавица. Ну, на интересное я вам скажу, насколько у меня уже взгляд такой замыленный. Вот, цимбидиумы. Это уже следующий магазин. Орхидея. Кто-то мне спрашивал про цимбидиум. Очень хочу, но дорого. А вот на уцинке, без вот этих нарядных горшочков, вот, можно купить. Вот тоже розовеет язычок, когда она цветает. Мой точно такой же бело-розовый цимбидиум. Что еще интересно? Вот очень интересная орхидейка. Ну, мало цветочков, показываю вам выборочно. Белые, розовые, сиреневые цветочки есть. Орхидеи, я имею в виду. Ну, вот корни, конечно, а был цветонос, точки роста, ну, наверное, поэтому она и осталась такая красавица. Ну, многие не боятся точки роста. Вот хорошие девочки я выбирала. Интрига тоже остались. Вот они стоят до сих пор. Ну, да говорю, не бояться из точки роста, потому что они быстро дают деток. У меня вот и цветет. Вот башмачки. Башмачков в этом году и котлей очень мало. Ну, вот сегодня пришла рассылка, что пришли котлеи, но не цветущие, в бутонах. Ну, подожду немножко. Поеду через несколько дней. Надеюсь, хоть одна из них расцветет. Посмотрим. Ну, такие на вид котлейки крупные, бутоны крупные, посмотрим. Башмачков тоже очень мало в городе. Да, напомню, что снимаю в Краснодаре. Многие пишут потом, что говорите, где вы. Ну, я так каждый день почти рассказываю. Мне кажется, что я давно уже сказала, где я снимаю. Вот парфюмерные фабрики. Еще вот с прошлого года, можно сказать. Мне потом написали, что они по уценке идут. По 500 рублей, но вот я когда покупала девочку купила за полную стоимость, и никаких объявлений не было, что все цветы по 500 рублей, там, и мне ничего не сказали, про это не снова знаю. Здравствуйте, продолжаю свой обзор, продолжаю обзор покупочками, потому что у нас в Краснодарском крае было тепло, светило солнышко. Ну и девочки, которые живут недалеко, конечно, не выдержали, заказали мне цветочки. Вот такая персиковая красавица, мультифлорка. Жалко, они в разные стороны смотрят. Вот, ну,
скажу, что магазины не то что полупустые, но нового завоза нет. Ну вот эти дождались. Мы не надеялись, вот я поехала. Ну, такая уже. Ну, цветочки сухенькие, отправлять можно хоть сейчас. Ну вот было тепло, не договорила. А сейчас циклон принес у нас снегопад, снова у нас новогодняя погода, зимняя, хотя Новый год, Рождество прошло. Мы снова в снегу. Ну, это ненадолго, уже завтра обещают до плюс 15. Поэтому, девочки, не волнуйтесь, коробочки готовы, упаковочка готова, как только потеплеет, я сразу отправлю вам ваши цветочки. Ну, вот они сухенькие. Выбирала по корням. Вот такие мультифлора прекрасная, она переливается. Но я вот как-то не могу поймать со вспышкой. Сильно быстро я верчу, конечно, но вот он блестят, блестят, блестят. Вот они такие красавицы. И сзади у них кожаная такая, как каменные розы, кожаные лепесточки. Очень красивые, конечно, и захотели купить. Вот растущий корешочек, розеточка. И еще стюартианка. К этому заказу вот такие пышные кустики, хотя я выбирала, тоже осталось их несколько, но есть, люди праздновали, не разобрали цветочки. Вот, вот, вот так вот их пышненько показать. Пикачип написано, выбрала вот растущий листочек. Ну и корешки, чтобы были получше, чтобы они были. Тоже она сухенькая. Готова отправиться. Я вот с вами рассматриваю. Только сняла пакеты. Ну, видно, конечно, сквозь пакеты, но все-таки. Итак, выбирала розетку покрупнее. Там были, ну, красивее, конечно, кустики. Ну, вот растущий корешок и вот более-менее такая... Розеточка толстенькая. Были совсем как детские, вот тонкие, слабые розеточки. Выбрала такую покрупнее. Тут и корешков хватает, и цветочков. Еще подцветет, надеюсь, дойдут хорошо. Не помню, говорила, завтра у нас уже обещают 15, хотя снег еще лежит. 15 тепла. Дул такой ураганный ветер у нас. Но ветер был теплый. Ну, дождь обещали всю неделю, но дождь для нас не помеха. И вдруг вот снег, пожалуйста, снегопад шел целый день, всю ночь. Сейчас мы снова тут лепим снеговиков. Ну, дети рады, хотя вышли уже, школа началась. Вот, ну, такое, еще немножко зимы. Ну, и вот другой заказ пойдет у меня в Сочи. Как вы понимаете, далеко сейчас невозможно отправить. Ну, в Сочи тепло, снега нет, пишут. Вот такая хорошая девочка. И красивая девочка, и хорошая девочка. Еще там кто-то говорит, я смешная девочка называю. Ну, кто как называет, да. Сейчас я вот пытаюсь поймать ее цвет. Она желтая-желтая переливается. Вот-вот-вот, похоже, вот такая она красавица. Красивая губа. Я очередной раз полезла свою посмотреть. На полочке у меня стоит стеклянная. Ну, вроде как просыпается у нее одна почка. Вот тут вот. У меня очень много орхидей. Не знаю, даже не считала. Десяток, может, больше. Больше. Далее цветоносы. С нетерпением ждут цветения массового. Вот у нее был запотевший горшочек. Вот, смотрите, растущий корешок. Ну, вот подсохла она. Ну, корешки позеленели. Были белые корешки. Вот она вспотела, видимо. Я их заворачиваю в бумагу. Пакеты везу, чтобы не замерзла, не дай бог, в дороге. Ну, в машине у меня тепло, даже жарко. Поэтому, когда я принесла, развернула бумагу, они была испарена в горшочке. Я вот посылала фото. Тоже вот растущие корешочки.
Выбрала по корешочкам. Я там показывала их, по-моему, две штучки всего осталось. Ну, та была попышнее цветением. Ну, здесь корешки лучше. И вот растущие бутоны, это явно вот они уже наросли в магазине. Они проснулись. Я надеюсь, он продолжит свой рост и порадует еще своим цветением. Сочи у меня удачная. Прошлый год в декабре отправляла каменные розы. Они цвели там, цвели. Говорит, я уже устала. Говорю, да, ближайте уже цветоносы, пускай как бы она отдохнет. Ну, в общем, очень хорошо они дошли и цвели долго. Надеюсь, что и этот раз будет так же. Все хорошо. Ну, выберем момент и отправим. Ну, стюартианка сухая. Тоже. Тоже такую выбрала, чтобы были корешки, корешки. Ну и букетик очень пышный, красивый букетик. И такая красота. Так, фокус, фокус. Я, кстати, заметила, что вот у нее тут розовые еще. Ну, такие сиреневые крапушки сверху. Не видела, если честно, раньше. У моей, по-моему, нет такого. Моя тоже выпустила два цветоноса, но еще, правда, маленькие. Будем надеяться на цветение, что все пройдет хорошо. На свете перепады, то резко снег, то тепло. Ну, я стараюсь, конечно, влажность там поддерживать, ну, в комнате я имею в виду. Ну, вот зимой цветы все-таки болеют у меня. Им не хватает, наверное, света, влажности. Вот такая красота. Так, розетку показала. Ну, здесь большая тоже розетка крупная. Ну, вот они пить хотят. Немножко опустили листики. Вот, кстати, я свою пою, но у нее тоже вот листья. Вот любят вот так вот провисать. Они вот не держатся. Может быть, такой особенность сорта такая. Не знаю. Ну, вот такой обзорчик. У меня есть еще покупочки, но я не буду задерживать как бы ваше внимание. В следующем видео затягивать буду, покажу покупки, ну, уже свои от души купила, в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.